Всем привет! Сегодня у меня очень простой и вкусный ужин. Готовлю я его всего лишь из трех ингредиентов. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к любому мясу или рыбе. А также такое блюдо прекрасно подойдет в пост. Первым делом я заранее отвариваю рис в подсоленной воде. Рис у меня пропаренный, длиннозерный. Лук нарезаем четверть кольцами. Мелко нарезаем грибы. У меня замороженные отварные лисички. Можно заменить их шампиньонами, но тогда отваривать их предварительно не нужно. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем лук и обжариваем до мягкости. После чего добавляем грибы. Теперь все это нам нужно подсолить и по желанию поперчить. Обжариваем буквально 2 минуты и добавляем готовый рис. Все хорошо перемешиваем и можно подавать к столу. Такой рис прекрасно подойдет к любому мясному или рыбному блюду, а также может являться самостоятельным горячим постным блюдом. Уверена, что рецепт вам очень понравится, и вы отложите его у себя в копилочку. Пробуйте, готовьте, это действительно очень вкусно. Ну а я, как всегда, хочу пожелать вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю простые быстрые рецепты. Ну и всем пока-пока!